dvhub.ru. На привокзальной площади наш большой фонтан мы сегодня начинаем задействовать. Ну и здесь параллельно возникли проблемы. Ну, в частности, мы видим, что вандалами разбита гранитная плита. Обсуждали мы сейчас с подрядной организацией, с нашими специалистами, где эту плиту взять, как ее заказать. Кроме этого, еще есть ряд замечаний по набережной. Тоже там частично разбиты нашими жителями города, к сожалению, плиты гранитные. Здесь вот мы видим на площади возле филармонии, где располагаются клумбы и так далее. Тоже необходимо эти работы учесть, спланировать, сколько это будет стоить и где, самое главное, заказать этот мрамор.